Это для Баффало уже не первое дерби в рамках премьер-лиги. Скажи, насколько такие матчи интересны для команды, как для встречи с ребятами своего университета? Ну, во-первых, наконец-то мы победили в дерби. Две игры, как знаете, проиграли. Одну крупную, одну в упорной борьбе с Луки Спорт. Сейчас наконец-то победили. Я думаю, команда тоже рада. Использовали большинство своих моментов, реализовали. Ну и, понятное дело, престижно. Четыре команды в премьер-лиге играют. Конечно, хочется всегда побеждать своих сверстников со своего университета. Поэтому мы рады, что сегодня так все сложилось. Ну, надо сказать, что первый пропущенный мяч как-то разодорил команду и помог выдать такой боевой первый тайм. Ну, я думаю, да, он помог раскрепоститься, но, в принципе, первый тайм был равный, поэтому трудно сказать. Если бы мы не реализовали свои моменты во втором тайме, то могла игра вообще совсем по-другому сложиться. Насколько эффективна вообще в команде связка Кошелев-Павлов? Насколько она решает игру в команде? Или все-таки у вас именно за счет командных действий получается выдавать результат? Ну, команда уже второй год играет вместе. В принципе, состава особо не наигрываем. Выходим, все играют, все помогают, все задействованы. Поэтому трудно считать. Понятное дело, каждый вносит свой вклад. Андрей, да, в большинстве своем забил больше голов из команды. Поэтому, да, он особо роль в команде занимает. Если разбирать игру во втором тайме, то здесь уже Интер ослабился, или вы завелись и смогли забить все свои моменты, чтобы добиться в итоге положительного исхода? Ну, я думаю, да, мы как раз реализовали, опять же, повторюсь, свои моменты, сыграли грамотно в защите, в обороне, минимизировали атаки соперника, и такой результат на табло. Ну, в основном, если вот не учитывая факт, что еще у команды Баффало осталось провести пару матчей, насколько можно быть довольным нынешним положением команды, насколько оправданы цели на этот сезон, на эту часть? Ну, цели, опять же, если считать, что мы планировали как минимум в середине быть, надо выигрывать оставшиеся матчи, но, понятное дело, мы стремимся как минимум в пятерку после этого сезона попасть. Не в середине где-то оставаться, не тем более бороться за выживание. Цель у нас оставаться в премьер-лиге и занимать лидирующие позиции. Хорошо, спасибо, удачи вам.